Меня не берут на работу, потому что у меня нет опыта работы. Потому что меня не берут на работу. С этим поможет традиционная ярмарка вакансий. 20 апреля в Политехе прошла ярмарка вакансий. Здесь собрались представители многих организаций, таких как Сбербанк, Самара-Нефтегаз, Бинбанк, Газпром-Трансгаз Самара, Неткрекер Самара, Роснефть, Кока-Колы и другие, чтобы предложить работу студентам сам ГТУ, трудолюбивым, ну и не очень. Представляю компанию Halliburton. Это крупнейшая американская нефтесервисная высокотехнологичная компания. Там порядка 90 тысяч человек по всему миру работает. В России сейчас более 2000 человек. В этом году нашим вице-президентом была одобрена программа стажировок. То есть мы порядка 70 студентов, да, вчерашних студентов, текущих, готовы взять на стажировку в 10 подразделений компании. Егор Катков, Анна Каришина, Политех ТВ.